Почти 5000 татарстанских семей смогут получать пособие на первого ребенка. Это касается тех, кто родит или усыновит малыша после 1 января и чей среднедушевой доход не больше 13 731 рубля. Время ожидания приема врача сократилось и увеличилась продолжительность приема. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Татарстана. Все непрофильные функции врачей в этом году передали среднему персоналу. Для усиления безопасности школьные автобусы оснастят мигалками. Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительных требованиях при организованной перевозке групп детей автобусами. Документ предполагает обязательную установку проблесковых маячков.